Поворачиваем налево. Я думал, они прямо стоят. Я же не видел, что дороги нет. Но тут зверей очень много в Осло. Придется шаурмы съесть. Блин, я просто хачей много. Это уже близко. Я это узнаю по Google Skyscraper. Вот. Так. Пересчет маршрута. Ну, наверное, вот здесь где-то. Если я, конечно, не... Мне кажется, уже все. Никуда уехал. Пересчет маршрута. Выезжаем на круговое движение. Затем третий выезд направо. Она что-то мне не то показывает. Ладно, сейчас разберемся. Бругата справа, вот она, кажется. Движемся 150 метров, затем выезжаем на круговое движение. Выезжаем на круговое движение, затем первый выезд направо. Поворачиваем налево. Затем поворачиваем налево. Через 200 метров поворачиваем налево. Тут есть поворот налево. Поворачиваем налево. Вроде бы как... Вот куда ты? Индийский. Ну вот смотрите, кажется, сейчас вот эту улицу мы пересекаем и будет это пешеходная, и мы, я не знаю, где там вставать и что, как заезжать. Вот я по пешеходной улице не поеду. Там наверняка запрещено. Ой, да, это. Да. Сейчас. Потому что вот видите, здесь вот отсюда выезжали машины. Не, ну не это, вот. Вот это. Вот, вот. Видите, флажок. Угу. Это дом 3, Бругата. И скорее всего это пешеходная улица. И она будет после следующей вот улицы широкой. Будет большая улица. Вот мы пересекаем магистраль, и сейчас будет скоро Бругата. Вон она, пешеходная. Она с двух сторон закрыта. И где нам встать, я не знаю.
Так, ну а он, знаете, сказал, значит, повернуть через 200 метров направо. Чего? Откуда через 200 метров? Ну вот, он сказал, через 200 метров из направо каких, и прибываем. С какой улицы 200 метров? Я не знаю. Поворачиваем направо. Бругата, вот она. Вот она, кажется, вот. Угу. Я могу только проехать вот направо повернуть и подъехать к трамвайной остановке. Ближе всего к дому. А как сюда заехать, я не знаю. Пересчет маршрута. Двигаемся 110 метров, затем поворачиваем налево. А, тут даже нельзя и повернуть направо, что ли, получается? Она вот там направо-то показывала. Ну, не, она показывала... Поворачивать направо все-таки. Вот какая это улица? Либер... Поворачиваем направо, затем пересчет маршрута. Двигаемся 300 метров, затем поворачиваем направо. Вы видите? Вот она здесь, вот где-то справа, этот дом. Через 250 метров поворачиваем направо. Ну, надо, в общем, тут любую парковку сейчас искать. Сейчас будем искать парковку. Ближайшую. Смотрите букву П где-нибудь. Что в принципе, я думаю, не очень нереально. Направо. А направо здесь нельзя. Крутить будем. Въезд на эстакаду справа. Поэтому затем я говорил, надо было с ним договориться с какого-то другого адреса, любого встретить, чтобы он подъехал. И сел бы в машину, и мы бы доехали. Выезжаем на круговую. Подождите, нам надо встать.